Народ приедет, это Игорь из Австралии. Забыл я что-то о вас совсем. Нахожусь сейчас в Чангмае, это север Таиланда. И хотел сказать, что если вы живете в России, и если у вас есть возможность ездить в Таиланд, то вы уже, в общем-то, такие же счастливые, как австралийцы, которые сюда приезжают. Большей радости и большего удовольствия, так сказать, от жизни, чем приехать в Таиланд, но вы не получите, приехав в Австралию. Потому что, как говорю, сами австралийцы, они едут в Таиланд, в Бали, только чтобы вдохнуть этот воздух свободы и расслабленности, которого нет в Австралии. И, ну, почему это видео хотел сделать, что по другим видео было заметно по мне, что когда я уезжаю из Австралии, я вообще перестаю делать эти видео, как бы, ну, то ли ничего не беспокоит, то ли чувствуешь оторванность от Австралии и не привязываешься к новому месту, куда приезжаешь. Но вот сейчас я прям заметил этот сильный такой контраст, что буквально переехал в первую страну после Австралии, уже отпускает, что ли. Не знаю. Какой-то нервоз, что ли, уходит, начинает уходить. Беспокойство. Вот через неделю как бы вообще прям становится нормально. Потому что мы с этими друзьями начали разговаривать вот как раз вот это время. От чего это происходит? А потому что мы все социальные существа. И как бы кто-то может сказать, что в Австралии проблемы или в России проблемы, и мы в них живем, не касаемся. Но я независим был, что от Австралии, что от Таиланда, что от России. И все равно меня это касалось. И мы так как существа социальные, нам передается вот это общее настроение страны. Ну, фон, да, вот этот. И вот этот фон, фон напряжения, фон, не знаю, беспокойство, да? Вот он в Австралии зашкаливает. И я, можно сказать, думал, да, то есть изначально я думал, Австралия страна расслабленная, да, там есть много пиздяев, да, там есть много пофигистов, но общий фон вот этот, ну, может, он фон больших городов, он очень тяжелый в Австралии. Видео других блогеров, вот сейчас я начал смотреть, Назара про США, Думчимар обо всем, который появился буквально, наверное, меньше, чем год назад. Он тоже рассказывает, у него тоже видео есть на похожую тему, что фон сам тяжелый, тяжелый. Пусть страна красивая, пусть страна все ярко, да, но вот, ну ярко вот в Таиланде. Все ярко, сочно, красиво, но приезжая в Таиланд, чужую для меня страну, где абсолютно люди другие совсем, но фон он другой. Люди более приветливые, люди более общительные. Хотя здесь кто я вообще? Здесь вообще страна не иммигрантов. Здесь она страна однородная. Здесь мы туристы. И я не говорю потом о туристических местах, где вот именно все хотят с туристов, потому что я сам путешествую, я не останавливаюсь в этих туристических местах, не езжу на эти экскурсии везде сам. Фон другой просто, понимаете? И вот этот фон, он не продается, его нельзя купить. И также в Австралии, где бы вы ни жили, там, сколько у вас денег не было, ну, постоянно будете находиться вот в этом фоне какой-то напряженности, негативности. Хотя казалось бы, да, вроде страна такая радостная. И все это подтверждают, вот с кем мы общаемся с людьми с Австралии, кто не строит себе там иллюзий. Там. Все это подтвердят. Почему такое происходит, не знаю. И, блин, я говорю, с Австралии уезжать было всегда в радости. Возвращаться туда, ну, не знаю. Первый раз, может, только. И в России, я тоже, вот, тоже скажут, в России там тоже люди напряженные там. А нет, не передается вот этого. Нету такого, знаешь, фона. Хотя я тоже в России бывал месяцами. Нету фона такого, как в Австралии. Странно это. Вот. Пишите, что вы думаете по поводу. А еще интересно обычно комментарии тех, кто живет
за границей, потому что опять порой придут интернет-войны и скажут, мы читали, что там все по-другому, начинают со мной спорить. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Очень интересно почитать. Все, лайки ставим, подписываемся на канал. Всем пока. Народ, привет, это Игорь из Австралии, еду тут по делам. Думал, запишу видео, пока есть время. Если вы следили за моей страницей ВКонтакте, где-то в районе ноября, после приезда в Москву, я сделал пост о том, что как, если вы хотите куда-то ехать, у вас такое есть желание, то езжайте перво-наперво в Москву.